Павон. В правом фланге Банега. Ди Мария. Бить будет Ди Мария. Удар! Гол! Анхель Ди Мария сравнял счет. Они поменялись позициями с Банегой. И получил под левую ногу сейчас Ди Мария. Хороший мяч забивает. К восторгу аргентинских болельщиков. Отличный дальний удар наносит Ди Мария. Красивый мяч. И счет сравнивается. Будет еще интереснее после перерыва. Смотрите, никого нет у французов в опорной зоне. Там перед Ди Марией. Вот его увидел Тагліафіко. Нет никого. Один Умтити. И неторопливо подбегал Погба. Красавец Диего Армандо. Мешался, во-вторых, он недавно забил. Еще раз смотрим. Никто не успевал. Ни Погба, ни Канте. Блес Матюди мчался с противоположного фланга. Тоже не успел. Огромное свободное пространство. Выжженная зона прямо перед штрафной площадкой французов.